Всем привет! В эфире GameZone, программа о компьютерных играх и виртуальных развлечениях. Сегодня, впрочем, как и всегда, вас ожидает свежая порция игрушек. Star Wars Battlefront для PC, Animusha 3 для PlayStation 2, тройка самых популярных игр недели. Все это через пару минут. Ну а пока новости. Компания Media Service объявила об отправке на массовое тиражирование шутера от первого лица «Спецназ Антитеррор», разработанного студией GOG Games. Группа вооруженных до зубов экстремистов захватывает секретную лабораторию. Ваша задача – тотальная зачистка. Террористы должны быть уничтожены, пусть даже и со всем комплексом. Сезон охоты открыт, лицензия на отстрел выдана, пощады не будет. 15 динамичных кампаний в режиме нон-стоп, 7 видов вооружения и, конечно же, мультиплеер по локальной сети. Игра поступит в продажу 4 ноября. Прямо сейчас разыграем диск с игрушкой The Sims 2 от нашего партнера CD-центра Gigabyte. Назовите компанию разработчика этой игры, сбросьте смс со своим ответом на номер 52. Ну а первый правильно ответивший получит вот этот сплит. Внимание, услуга доступна только для абонентов МТС. Ну а мы продолжаем. Далее в программе хиты недели. Третье место на этой неделе занимает психологический триллер Silent Hill 4 The Room от Konami. Продолжение ужастика о таинственном безмолвном холме, городе, в который ведут все дороги, где самые отвратительные кошмары находят свое воплощение, городе потерянных душ, где зло не скрывается под маской человеческих деяний. Единственный шанс остаться в живых — разгадать тайну мрачного городка. Колоритные персонажи и неповторимая атмосфера, леденящий душу сторилайн и незабываемое звуковое сопровождение доставят истинное наслаждение ценителям жанра. На втором месте на этой неделе Full Spectrum Warrior от Pandemic и THQ. Игра открывает новые возможности тактических шутеров. Собственно, FPS-ом эту игру можно назвать лишь условно. Скорее, это симулятор армейского подразделения. Все, что от вас требуется, это отдавать команды бойцам. Затем в ход вступает искусственный интеллект, и все дальнейшие действия предстают в виде ролика. Если вам интересен такой оригинальный подход к созданию игр, смело покупайте Full Spectrum Warrior. И поверьте, если вы фанат варгеймов, это лучшая игра, которую можно посоветовать. Высшую награду почета получает на этой неделе Star Wars Battlefront, долгожданный наследник космического эпоса от Pandemic Studios. Пожалуй, самый удачный экшен за всю историю существования серии «Звездных войн». Космические просторы далеких-далеких галактик вновь озаряются яростным пламенем отчаянной борьбы. Ошеломляющие спецэффекты и удивительные панорамы межгалактических баталий заставят прильнуть к экранам даже самых равнодушных. Три галактические эпохи, охватывающие основные события культовой серии «Добро и зло», что выбрать, решать вам. Все игры, которые вы видите в нашей программе, можно найти в фирменных отделах компании Gigabyte. Адреса магазинов прямо сейчас на ваших экранах. Помимо огромного ассортимента игрушек в отделах Gigabyte, вы также найдете впечатляющий выбор софта, музыки и фильмов на DVD. Ну а далее в программе, пожалуй, самый удачный экшен за всю историю существования серии «Звездных войн» — Star Wars Battlefront. Многопользовательские шутеры не стоят на месте, что нам наглядно демонстрирует детище калифорнийской студии Pandemic — игра Star Wars Battlefront. Кроссплатформер с великолепной атмосферой и большими возможностями тактического характера. Космические просторы вновь озарятся яростным пламенем отчаянной борьбы. Повоевать посчастливится за одну из четырех сторон — армию клонов и республиканских дроидов, галактическую империю и повстанцев. Каждая из четырех фракций обладает 5 классами бойцов, 4 из которых различаются преимущественно внешне. 5-й же класс является уникальным для каждой из сторон, будь то косматый вуки или дроидок сепаратистов. Мультиплеерная составляющая с возможностью единовременного участия до 32 игроков по локальной сети или интернету искренне радует отличной сюжетной подборкой, охватывающей события всех ранее вышедших киноэпизодов культового секстета. В однопользовательском режиме можно выбрать историческую кампанию, завоевание галактики или немедленный бой на 10 планетах из обеих трилогий. Великолепные музыкальные темы от Лондонского симфонического оркестра, сопровождающиеся лазерным пересвистом, приятная графика, достойный искусственный интеллект и ураганная динамика — все это Star Wars Battlefront. Игра-прорыв, окончательно зарекомендовавшая многопользовательские баталии как уникальный жанр, в котором еще произойдет немало революций и удивительных открытий. Если вы не представляете свою жизнь без интернета, посетите интернет-кафе «Плазма». Здесь вы получите высокоскоростной доступ во всемирную паутину, сможете набрать и распечатать любой текст, воспользоваться ксероксом и факсом. Интернет-кафе «Плазма» — отличное место, где вы можете не только поработать, но и отдохнуть. Для постоянных клиентов «Плазма» предлагает клубные карты и скидки. Адреса и телефоны интернет-кафе на ваших экранах. Ну а я жду вас через минуту в блоке игр для видеоприставок.
Вы смотрите телевизор, слушаете музыку или работаете за компьютером и никак не можете оторваться. Знаем, вы побывали в Гигабайте. Широчайший ассортимент самых качественных видеофильмов, компакт-дисков, DVD, программного обеспечения и обучающих программ. Новые поступления каждую неделю. Компания Гигабайт, Строители 16, КДМ Маркет, Красноармейский 64, Торговый центр Майский, Новоалтайский, Октябрьская 13. Зайди, засиди. Червяк Джим, культовый персонаж британских и американских комиксов, ворвался на рынок консолей так же стремительно, как и на телеэкраны. Было это, если помните, в середине 90-х. Специально для создателей Джима, компании Shiny, ну и само собой для армии фанатов этого персонажа, компания Sega выпустила в свет серию игр об этом суперчервяке. В 94-м вышла первая часть, ну а год спустя за ней последовала вторая. Скажите, как вы относитесь к червям? Что они для вас? Маленькие существа, вытянутые розовые тельца которых бороздят бескрайние просторы плодородных слоев почвы, приманка, идущая на крюк рыболова, или, быть может, веселые компьютерные чудаки, которые отняли у вас столько времени? По-своему, вы правы. Однако не стоит забывать про самого главного и самого знаменитого представителя этого вида земной фауны. Червяка Джима. Еще ни разу ни в одной нелегкой ситуации не оставлял нас без своей защиты. Надев биокостюм, Джим превращается в великодушного друга хороших и принципиального врага плохих. Вторая часть приключений суперкрутого земляного червя увидела свет в 95-м и стала одним из последних ярких хитов, вышедших для платформы Mega Drive 2. Великолепная рисованная графика, совершенно безумный дизайн уровней, зарождающаяся интерактивность. Это то, за что игру любили тогда, за что ее любят и сейчас. Если вы не прочь посмаковать винтажные двухмерные произведения игрового искусства минувших эпох, обязательно обратите внимание и на эту игру. Самый большой в городе выбор игр для видеоприставок вы найдете в магазинах компании «Мир видеоигр». Огромный выбор картриджей и дисков практически для всех ныне существующих платформ, регулярные поступления свежих игр, широкий ассортимент игровых аксессуаров от ведущих производителей. Адреса магазинов «Мир видеоигр» прямо сейчас на ваших экранах. Ну а далее нас ждет знакомство с игрушкой «Анимуша 3» для PlayStation 2. Некоторые злодеи в видеоиграх подобны вечному двигателю. Что бы ни происходило, какие бы козни ни строили против них хитроумные защитники добра и справедливости, они продолжают без устали творить свои черные дела. Пользуясь последним, неутомимые разработчики вездесущей Capcom ставят жирную точку на эпохальной трилогии консольного мира, выпустив в свет долгожданный сиквел «Анимуша 3. Demon Siege». Неведомые силы давно забытых заклинаний старинной Японии возвращают к жизни демонического колдуна Набунагу Ода, павшего от рук праведного самурая многие века назад. Сжигаемый яростью и жаждой мести, могущественный колдун рвет связь времен, дабы разыскать обидчика. Уникальный Dual Hero Storyline позволит вам сыграть сразу за двух героев, один из которых уже известный вам по оригинальной игре «Самурай Шамана Шуки». Герой внезапно оказывается втянутым во временной портал и попадает в современный Париж, осажденный демоническими созданиями из далекого прошлого. Вторым героем игры стал некий Жак Блант, бесстрашный француз, познавший могущество Они, обладающий магическими способностями, но по воле злого рока угодивший в средневековую Японию. Фантастическая анимация и хорошо проработанная боевая система, отзывчивое управление и прекрасное визуальное исполнение воинственных па не оставят равнодушным фанатов серии. Сочетая ошеломляющее разнообразие тщательно проработанных локаций, реалистичную графику и более чем симпатичные спецэффекты, Анимуша 3 обещает войти в число самых знаменитых проектов на PS2. На сегодня все. До встречи через неделю. Пока. Мир, который привлекает. Мир чистых эмоций и ярких фантазий. Мир, в котором ты главный герой. Компания «Мир видеоигр». Самые свежие новинки. Игры для Sony PlayStation и PlayStation 2, Sega Dreamcast, Dendy и Nintendo. Огромный ассортимент игровых аксессуаров от ведущих производителей. Твоя новая реальность. Твой мир. Мир видеоигр. Мегаполис развлечений ведет двойную игру. Когда правда пересечется с ложью, красное встретится с белым, а ты сделаешь свой выбор, тогда родится истина. Каждый вторник Анастасия Первушина и Вячеслав Шаров в новом проекте канала «Экспресс. Двойная игра».